Хей, йоу, гайс, с вами Шимки, и мы продолжаем пройти игру под названием Кунг-фу Панда. Поехали. Следующий уровень, сразу залетаем. С тех пор, как великолепный воин-дракон победил лучшего бойца крокобанды и освободил озеро лотосов, у него появилась, ну, знаете, некоторая репутация. Даже мастер Шифу обратил на него внимание. Наконец-то! Но хотя он и начал кое-что замечать в воине-драконе, пятерка этого в упор не видела, в особенности тигрица, которая рассчитывала самостоятельно победить Тайлуня. И мастер Шифу повел избранного в самую глубь гор Вуден, где, как всем известно, мастер Угвай изобрел кунг-фу. Ой, ну просто с ума сойти, как круто! В общем, у Шифу появилась идея. Раз уж избранного невозможно обучить так же, как пятерку, значит, придется попробовать что-то попроще. Ну, типа, на понятном ему уровне. Эй, я слегка проголодался. Я вот не знаю, вот, я думаю, вот эти бонусы, которые мы собрали, посмотреть в последней серии Храм Вудан, либо же мне записать отдельную серию, как бонусную. Еще один подъем, по. Я понимаю, вам нравится быть таким жутко загадочным в стиле кунг-фу, но... Куда мы идем? Смотри же, храм Вуден, построенный на священном месте, где мастер Угвай впервые открыл кунг-фу. Здесь ты найдешь древние реликвии истинного кунг-фу, фигурки, высеченные из самоцветов и живого нефрита, которые добывают в этих горах. Многие великие воины погибли, пытаясь проникнуть в Вуден и разгадать тайну священных реликвий. Ах, должно быть, это крутой секрет. На вид все очень мирно. Горилла-здоровяк и его приспешники. Горилла, кто-кто? Вперед! Живо! Когда Тайлуня посадили в заточение, армию горилл изгнали из этих мест. Но он сбежал, и они тоже вернулись. Нельзя позволить им отыскать реликвии и уничтожить храм. Может, вернемся, когда он чуть поостынет? Немедленно! Эти гориллы не уважают кунг-фу. Они пришли, чтобы разграбить эти земли и готовы уничтожить храм и реликвии. Мы им этого не позволим, верно? Нет, мастер, учитель, мастер. Да, именно так. Давайте сразу посмотрим, что нам нужно сделать, защитить... Защита святынь. Мы будем... серьезно, мы будем защищать что-то? Найдена реликвия 7, уничтожена платформа. Платформа. Ну там скорее предлагать мне будут покатушки. Ну то есть закрутиться, так ведь? Прием панда колоб... Ну да. Враги могут появляться при помощи особых приспособлений, вроде подъемных платформ. Уничтожай их, чтобы не появлялись новые враги. Вот на самом деле, какой я хотел еще поиграть игру, довольно старую, называться Woody Woodpecker. Я не нашел, либо у меня просто не позволял запустить сам компьютер, в плане того, что игра довольно старая. Отыщи и уничтожь 24 подъемных платформы горилл. И также можно отнести к старым играм, которые, конечно же, я пройду. Питер Пен. Там довольно короткие уровни, поэтому... Я буду совмещать немного. Горилл еще пал. Мне на голову собирай тушь упал. И бросай взрывающиеся шары ловушки в скалу. Затем поднимайся на следующую ступень. Скалы на этом уровне могут таить и другие сюрпризы. Класс. Ага. Ага. Кий. Готово. Как? Панда? Быть не может. Эй, ты там! Это моя территория! Что ты здесь делаешь? Ничего, ваша громадность.
Уж точно не ищу никакие священные реликвии кунг-фу. Что за... Блин, мне постоянно кажется, в такие моменты нужно что-то зажимать. Ладно, оно хотя бы не автонаправленное. Понимаю. Ладно, пожрём. Можно, в принципе, и так. Так намного быстрее для спидранеров. Но она, да, ну много выносит именно по хпшке. Фу! Эй-эй-эй! Можно камни больше не кидай, пожалуйста? Я вообще-то тут территорию рассматриваю. Ищи хотя бы 5 из 7 реликвий в горах Вудан и доставь их в храм процветания. Окей. Так, забираем. Побежали. Ладно. Так, 1 из 7 есть. Надо, ребят. Я понимаю вашу злость. Поздравляю! Блин, осколки тоже дамажат. Херово. Они, походу, упасть не могут, да? Фигово. Фиговенько. Так, мне бы сюда взрывчатку. Которую, конечно же, уже просрал. Поздравляю! Ой, и я там просрал. Блиндар. А хотя... Понятно. А я-то подумал уже. Да блин, оно больно бьется. Так, все ломаем, все рушим. Нафиг мне тут мои эти мартышки? Бац, все, забираем и валим. Я хочу даже тратить время на это все. Так, а вот посмотреть, что с той стороны.
просто сферы. Понятно. Так, крючок вижу там. Не страшны, о. Ого. Том шу. Так, ладненько, сталкиваем всю. Надеюсь, я нигде ничего не упускаю, чтоб я потом обратно хер знает куда не бежал. За этим всем. Блин, я думал, он уже упал. Думал, ха-ха-ха, лох, лох. Но не упал. Так, я могу сразу отсюда вниз прыгнуть, и на... я на этом сэкономлю время. Поехали. Поехали, поехали. Ха-ха-ха. Спасибо. Обезьянку. У тебя достаточно реликвий. Когда будешь готов, найди меня в храме процветания. Подожди, меня туда? Стоп, 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 стоп. Все равно ни хера не пойму. Ну чё ж ты меня так отбили? Подожди, зачем мне наверх? А я вниз как потом спущусь? Или я снизу пришел? Я походу снизу пришел. Я так понимаю? Ой, ладно, короче, не буду себе заморачивать голову. Идем как идем. Так. Готово. Так вот. И... Ой-ой-ой. Поздравляю. Спасибо. Так, с этим мы справились, да? Дали нам вот туда. Для этого забираем монетки и валим. И валим. Так, а что у нас? Это осталось уничтожить. А, прикол. Я туда, да, походу пришел. Мне не хватает еще, может быть, при битве с ним, скорее всего, да. Быстрее, По! Горилла здесь, в храме. Не трать время зря. Найди путь в обход, я о них позабочусь. Давай. О, да ладно. Давайте я как-то вот так стану. Блин, ну я не знаю. Обрушь на головы врагов ураганный топот. Ну, видите, он... Но он легкий и он очень высоко прыгает.
Вау. Защити колонны храма от горилл. Если три колонны будут уничтожены, храм обрушится. Стоп. Эй! Все. Окей, справился. Нет! Вот здесь было легко просрать. Реликвии, за ним, По! Так, давай, пока ты не поехал. Так, еще три этих. Если сейчас мне типа предлагают поехать. Поехали. Даже так. Надо максимально. Что танцует. Ладно, не трогай горилл. Хорошо. Если босс, значит палка. Вот, можно... Тут упасть можно. Используй взрыв. Я понял. О, Шифу, здоров. Поздравляю! Найдена фигурка Шифу. Тебя ждет дополнительный ролик. О, дали. И нихера, да? По мне. Оп. Оп. Ну, честно, можно блок сделать, и он вообще его не пробивает. Шаба-бум! Как тебе стиль панды, детка? Отличная работа! Ты не подвел. Ой, спасибо. Вот, ребята, как-то так, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.